Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами вновь Перпетум или же Александр, и сейчас я поиграю в потрясающую Tower Defense игру под названием Steampunk Tower. Я не знаю, ребята, нравятся вам Tower Defense игры или нет, лично я от них просто без ума, меня хлебом не корми, дай поиграть во что-нибудь подобное. Полюбил я их еще с Warcraft 3, с этих карт, которые создавали простые люди вроде нас. В общем-то, давайте играть в игру, не буду много разговаривать. Если кто не знает, что такое Tower Defense, я попробую в этой игре, собственно, объяснить. Tower Defense — это когда у нас есть какая-то база, и ее нужно постоянно защищать от врагов, которые пытаются ее разрушить или пытаются пройти от точки А к точке Б, и нам нужно им помешать. Я обожаю такие игры. Ребят, если вам нравятся подобные игры, говорите об этом, и их будет больше. Мне нужно просто знать. В общем-то, ладно, у меня есть вот такая вот башня, стимпанковская, как бы это странно не было. Здесь есть радио, которое вещает в округе, и нам нужно, видимо, защитить это радио. И, в общем-то, давайте построим какие-нибудь пушки. У нас есть 4 вида пушек. Окей. Машинган, лайтинг, хэвиган и соус. Савс. Ну, я не буду строить машинган, это обычный пулемет. Я построю лучше молниевую башню. Так называемую, пускай будет башню Тесла, как ее называют во многих играх. Ладно, поставим ее здесь и начинаем битву. Кто же будут наши первые враги? Хотя ладно, я знаю, это будут обычные чуваки с пулеметами, потому что я в нее уже немного поиграл. И я знаю, что башня, которая бьет молниями, она бьет по многим. И поэтому она очень крутая за счет этого. Нужно ее переместить сюда. Я ни разу не видел, чтобы можно было в играх подобного рода перемещать свои пушки. Можно было продавать и строить новые, но чтобы перемещать, нет. И эти люди сгорели в адском пламени тока. Так, окей, перемещаем дальше. Сюда. Потому что нападают люди справа, а у меня пока нету денег на новую пушку. Хотя вру, у меня есть деньги на новую пушку, и стоять она будет именно здесь. В общем-то, все. Этот уровень можно считать пройденным, потому что у меня и слева, и справа стоят довольно мощные пушки, и пройти просто невозможно. Хотя, смотрите-ка, кто-то пытается дойти и покалечить мою башню. Это не очень хорошо, давайте вызовем новую волну. Если я сам вызываю новую волну, мне дают дополнительно несколько монет. И это очень хорошо. Ой-ой-ой, все-таки они добрались, к сожалению. Да, и пытаются разрушить мою башню. Мою стимпанк-башню. Как вы посмели, подонки? Все, вы сгорели, и вас больше нет. Так, я попробую сделать так. Я построю все-таки здесь еще пулемет. Так, и здесь. Чтобы пулемет добивал тех, кого не может добить, собственно, электрическая моя башня. И какие-то странные враги пошли новые. Его как-то заклинило, и он просто сразу умер. Да, вот. Все. Оказывается, у этой башни есть интересный эффект, и она может наносить еще и периодический урон. Кстати, здесь можно еще прокачивать свои пушки. Я уже сделал 2 апгрейда. Уменьшил цену пушек и, собственно, увеличил мощь огневую. Можно идти дальше. Второй уровень, как вы видите, я еще не прошел. Я прошел только первый уровень. Можно идти ко второму. Так, 22 тысячи монет. Я знаю, что я сделаю. Я построю 2 пулемета. Один сюда. Один сюда. Давай, перемещайся, зараза. И здесь я попробую поставить еще молниевую пушку. Вот так. Шикарно, просто шикарно. Окей. Интересно, потом моя башня будет увеличиваться, и я смогу здесь ставить больше пушек? Вот это мне действительно важно знать, потому что врагов будет больше, а если я поставлю просто 4 пушки, они даже не будут успевать справляться с количеством врагов. Так, окей, вызываем. Мне нужно побольше, быстрее заработать денег, чтобы здесь поставить еще один пулемет, чтобы игра была круче. Так, слева я имею в виду. Возможно, вы опять не видите курсора, хотя в подобных играх, наверное, следовало бы показывать курсор. Извините, ребята, подзабыл. Но так как я уже довольно долго записываю, перезаписывать я не думаю, что есть смысл. Так, окей, эти не справляются. Почему нет гребаного короткого... А... Башня еще и прокачивается. Окей. Башню можно, оказывается, прокачать. А я-то и не знал. У башни новый уровень. И как его вкачать? Ладно. Думаю, со временем разберусь.
Вот, да, моя башня прокачалась, отлично, отлично, отлично. Все, вот оно оказывается как. Когда эти башни прокачиваются, открываются новые отсеки, понял. А я что-то затупил уже, и надо было все-таки прочитать, попробовать, что там написано. Возможно, там бы мне написали полезную информацию, и я опять заглупил и просто... Воу-воу-воу-воу-воу, что это за шарики? Что это за шарики? Ну, они умрут просто запросто. У башни урон увеличился, 4-7, подождите, а тут сколько у нас? 4-7, да, ничего не увеличилось. Ага, башня перезаряжается, окей. Такс, все. Все хорошо. Все хорошо. Когда хорошо кончается. Здесь у меня два пулемета. Нужно было здесь поставить две молниевых пушки и один пулемет. Потому что одна не справляется. Хотя нет, справляется. Запросто они справляются. Это, видимо, камикадзе. Эта башня вот-вот взорвется. Ну, что тут поделаешь. Давай! Я не знаю, как починить эту башню, к сожалению. Написано, нажми сюда, чтобы проапгрейдить. А, все, понял. Фух, а я туплю. Вот оно, оказывается, что. Вот оно что. Нужно было просто поместить башню сюда, а я совсем и забыл, что здесь можно башни перемещать. Черт возьми, я идиот, а? Иногда я бываю дичайшим идиотом. Так, перезарядку ускорить. Плюс 2% критический урон. Плюс 5 снарядов, плюс 10 дэмэджа. Прокачаю, пожалуй, я электрическую башню. Она приносит мне немало пользы и, в общем-то... Да, идем к следующему третьему уровню. Блин, мне эта игра нравится все больше и больше. Ух. Так. Понятно. Строим молниевую башню. По привычке пытаюсь башню взять отсюда и переместить на место постройки. А оказывается же здесь все по-другому совсем. Машинган один поставим. Давай сюда. И вот так. Сейчас попробую заработать еще денег, чтобы поставить пулемет еще и слева. Чтобы вообще веселее жилось. Но пока не успеваю. Все, шикарно. С этой волной расправился просто на раз-два. Они даже не успели понять, что происходит, как волна просто полегла. А вот, видимо, со временем прокачивается башня. То есть я запутался немного, понятно. Надеюсь, что это именно так. Нужно все-таки иногда читать. Оба-на. Башня сама прокачалась, очень странно. И внезапно. Кстати, эту башню можно проапгрейдить. 14 тысяч стоит апгрейд. Окей, ждем. Ждем, пока появятся деньги. Мне интересно, что будет, если проапгрейдить электрическую башню? Наверняка это будет что-то супер крутое. Просто невероятно крутое. Апгрейд. И новая супер башня. Потом, видимо, еще будут разветвления. То есть у игры целая куча разных возможностей. Это круто. Steam Strike. Вот оно как, оказывается. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это круто. Жаль, что закончилось. И оно опять сейчас заполнится. Блин, классно. Мне эта игра нравится все больше и больше, честно говоря. Апгрейд. Я пока ничего нового ставить не буду, я просто подожду, пока проапгрейдятся мои пулеметные пушки. Но им никто не дает пострелять, потому что всех сбивают вот эти гребаные электрические пушки. Кстати, новый апгрейд. Нет, они пока еще недоступны, они пока закрыты, к сожалению. Оп, пулемет можно проапгрейдить, 11 тысяч, окей. Этот пока еще не достоин апгрейда, поэтому апгрейдить его не стану. Хотя нет, уже достоин. 11 косарей. Сейчас у меня появятся эти деньги. И будет новый апгрейд. Ну все, этот уровень я вообще быстро прошел. Очень просто. Плюс у меня еще этот супер лазер из глаза, можно сказать. Если это похоже на око Саурона какого-нибудь. Ну и последняя волна. За нее дали 2000 монет, но правда это ни на что не влияет, к сожалению. О, бронированные машины. Окей, окей, давайте. Ого, ого, ого. Это уже серьезно. Хорошо, что все-таки электрический мой... Орудие мое электрическое может вызывать короткое замыкание иногда. Жаль, что не всегда это срабатывает. Надеюсь, можно будет прокачать, что оно каждый выстрел будет срабатывать. Тогда будет круто.
Steam Strike я не вижу смысла вызывать. И, в общем-то, победа. 3 звезды. С помощью этих звезд я могу что-нибудь прокачать. О, на 20% увеличена скорость. Окей. Плюс 5% шанс шока. Плюс одна молния. Еще плюс одна молния. Вот нужно прокачать вот эти все вещи, и тогда будет круто. Тогда только с помощью электрических пушек я смогу прокачиваться. Так, ну что ж, следующий уровень. Кстати, здесь играет тоже такая интересная ретро-музычка. И, блин, эта игра мне нравится все больше и больше, на самом деле. Так. Мне кажется, нужно все-таки, ребята, показать вам, какие тут еще есть пушки. А то видео подойдет скоро к концу, а вы не знаете даже, что тут еще есть. Летающие корабли. Дирижабли. Это, конечно, все хорошо, но... Но... Интересно, я могу бить по воздуху или нет? Фух. Фух, могу, слава богу. А я уже испугался, что не смогу бить по воздуху. Это было бы действительно печально. Кстати, потом можно будет строить только лазерные пушки. Ой, лазерные, электрические. Потому что они будут бить сразу там по 5 человекам и... Будет классно. Так, ну что ж. Минуса, блин, с каким удовольствием все-таки я играю в эту игру. Черт возьми, я поставил не ту пушку, но ничего страшного. Думаю. Две электрических пушки — это просто смерть всему живому. 14 тысяч, да? Бляха-муха, промазал. Не хватает пока денег на улучшение. Ладно, сейчас деньги появятся, я думаю. Да, улучшение. И бой. Идут супер эти чуваки. Но я с ними, в принципе, справляюсь достаточно просто. Блин, все закончилось, к сожалению. Я могу улучшить еще раз электрическую пушку. Нет, не могу. Могу улучшить пушку с пилами. Окей. Могу улучшить эту электрическую. Давай, денег хватает. И еще нужно несколько тысяч, чтобы улучшить еще и эту пушку. И тогда будет просто все супер-пупер-друпер-мупер. Такс, такс. А вот и денежки. Как раз таки на улучшение этой пушки. И все, враг просто не пройдет. Пилы хороши тем, что они замедляют противника. Это действительно очень хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу! Какие дерзкие, резвые ребята. Но все равно им не сдобровать. Пила даже не успевает выстрелить. Она просто проходит мимо. Настолько молниевая пушка крутая. Окей, дальше, дальше. Может быть, поставить Heavy Gun. Эта пушка хоть и мощная, хоть и бьет по толпе, но она очень медленная, и я пока не вижу смысла ее устанавливать. Возможно, дальше, когда будет противников больше, в ней будет смысл, потому что она бьет по очень большой площади. Но пока смысла этого вообще, в принципе, нет. Поставлю, ладно, еще одну тут. О! Еще и башня моя прокачалась. Да, действительно, со временем она прокачивается. Оставлю лучше на финальную, последнюю волну. Мало ли, пойдет кто-нибудь супер-пупер крутой. И, в общем-то, перезаряжается пушка довольно быстро. Все, перезарядилось. А то одна молниевая пушка не справляется. Кстати, эти, по всей видимости, по воздуху не бьют. Это вполне себе логично, потому что, ну, это все-таки миномет. Минометом довольно сложно сбивать самолеты, я считаю. Доходят, смотрите-ка, доходят. Пора отвести на апгрейд. 15 тысяч, самый дорогой апгрейд. А внешне она практически и не изменилась. Стала немножко потолще, и все, в принципе. Я бы еще ее хотел улучшить, но нельзя. Танк, понятно. Теперь будут танки, танки. Ее тоже еще раз улучшить нельзя, к сожалению. Это все? Это все, на что способны танки. Вот, видите, пильная пушка одна перезаряжалась, и за счет этого танк практически дошел. Это печально. Победа. В общем-то, ребят, вот такая вот очень интересная игра. Мне она действительно очень понравилась. Если вам нравятся подобного рода игры, где нужно защищать базу, напишите об этом в комментариях, чтоб я знал, или поставьте лайк, и тогда больше подобных игр я буду вам показывать. Большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч, удачи и пока!